Привет! Вы на канале «Простые рисунки для детей». И я решила снимать не только рисунки, но и настольные игры, например, как шашки, шахматы, башенки, компьютерные игры. И в некоторых видео будет бельчонок, это моя морская свинка. Если вам нравятся мои видео, ставьте лайки на них. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь на канал. Ну и все. Только это будет видео. Сейчас я делаю еще одну комбинацию номер 3. Перед этим ставьте лайки. И кто еще не подписан, подписывайтесь на канал. И сейчас я покажу комбинацию, где я даю 2 и получается 3 взамен. Начало вот так. Отдаем одну черным. Потом еще одну черным. И черный попадает сюда. Сейчас белый бьют. Они бьют сразу 3 и попадают в дамки. 1, 2, 3. Сейчас я покажу, как выиграть. Например, черный идут сюда, белые сюда. Я спутала чуть-чуть. Вот, бьют. Вот, например. Потом, допустим, черный ходит сюда, белый сюда, черный сюда, белый сюда, черный сюда, белый сюда, черный сюда, например. Белые сюда, черные сюда, например, вот, белые бьют их, потом черный остается последний ход, и все. Это была комбинация номер 3. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь и подписываться на канал, кто еще не подписан. Всем пока!